Патриотический маршрут с песнями, военными стихами и праздничным оформлением появился в Мурманске. На линию вышел троллейбус Великой Победы. Пассажиры электротранспорта, украшенного праздничной символикой, смогут проникнуться атмосферой военных лет. На окнах вместо рекламы будут развешаны тексты военных песен, фотографии боевых действий на территории Кольского Заполярья и письма фронтовиков. Традиция украшать городской транспорт зародилась еще в 80-х годах, и по отзывам сотрудников предприятия из года в год находит все больше положительных откликов. В этом году, кроме городской администрации, проект поддержал и областной драматический театр. Водитель и кондуктор троллейбуса «Победы» будут работать в военных гимнастерках. У нас записано порядка 300 песен, посвященных Великой Отечественной войне или связанных с этим делом, и весь день эта музыка будет фоном звучать. Поэтому я думаю, что те, кто проедут в эти дни в этом троллейбусе, конечно, они вспомнят и о том, что было, и расскажут что-то детям, и... Наверное, это очень и очень полезно с точки зрения воспитания. Ну вот вы человек, который вот близок к пассажирам. Как пассажиры сами реагируют на... Ну, конечно, они очень рады. И настроение у них видно, что улучшается. И заходят довольные такие. И рады, конечно, что помнят наших.